было, но надо на 2 поделить. Частота пушпула не плавала, я использую, запускаю пушпула генератор. Пробовал собрать на доске в другой комнате. Может, меньше вокруг было всяких предметов, потому что, может, это предметы окружающие влияют, мешают. Вот. Ничего не получилось. Работает. Вот его частота. Если сдвину индуктор. Меняю частоту. Ничего не происходит. Отключает качер. Ничего не происходит. Тут 0,5 микрофарад параллельно съемной отмотке, а тут где-то 0,3 микрофарад, то есть 300 нанофарад, а тут 50 нанофарад. И начало индуктора и начало съемной заземлено. Вот индуктора начало отземлил, ничего не меняется. Вот если вкручу 200 ватт, вот сразу то пригасает и не горит. Очень большая просадка идет. Но если я теперь подкручу резонанс и немножко войду в частоту, вверх, наверное, надо крутить. Вот она немножко загорается. Ну и все, вот так слабенько. Если, например, эту откручу. Не могу открутить.
немножко ярче будет. Если 200 откручу. Это тоже ярче горит, но слабо, потому что не в резонансе. Нужно понижать частоту. Если эту вкручу, не обе погасает, если эту выкручу, вот это загорается. Там еле-еле горит. Хотя на камере она на синим каким-то цветом горит. Но на самом деле она оранжево-красным горит. Красно-оранжевым. Там может камеры, датчики превращают инфракрасное излучение в синий свет. Можно менять более чувствительную частоту. Уже ничего нет. Частота качера.
подозреваю, что качер и транзистор горячий очень. Да, он горячий. Засуваю, чтобы менять частоту качера. Тепло. Ну, вообще нет. Что-то вся тёплая. Ну, тут даже показывал частоту. Четыре килоома тут 1,5 кажется кило. 4 килоома 1,5 кило. Проверил микрофон. Попробую этот проводочек убрать, чтобы этот напрямую шел там немножко.
Выше чистота была. Вот пусть этот прибор измеряет частоту. Прямо двигаться индуктор. Посмотреть, как это будет влиять на частоту. Ну вот, шнягу можно попробовать подвигать. Вот таким образом тоже нужно. Самая легкая постройка — это руку подносить. Вероятно, надела в индукторе, сколько на нем витков, еще будет от этого зависеть. И как они растянуты будут, то и... Думаю, все, наверное, вместе.
влияет. Все вместе надо согласовать. И этим может выбросы от этих обмоток и выбросы от индуктора и частоту качера. Может еще и частоту съемной катушки согласовать надо.